Доброго времени суток, с вами Даниил Добро. Создаем новый раздел на диске Windows для файлов или Linux. Сначала я рекомендую почистить диск и удалить все лишнее. Затем оптимизируем при помощи программы оптимизация диска. Советую сделать оптимизацию 3-4 раза подряд. После чего нажимаем правой кнопкой мыши на компьютер и выбираем управление. Тут выбираем управление дисками. После сканирования мы увидим наш диск и другие носители. Для простоты извлеките внешний носитель. Ищем наш основной диск, в моем случае это диск C. Но вы можете выбрать наиболее большой диск и работать с ним. Выбираем нужный диск и правой кнопкой мыши выбираем пункт «Сжать тон». И после сканирования мы увидим, сколько доступно для сжатия. Для наиболее точного понимания считаем, что гигабайт равен 1024 мегабайта. Далее соглашаемся сжать том. Неразмеченная область, новый раздел. На него в дальнейшем можно, не боясь за Windows, поставить Linux или другую ОС. Выбираем этот неразмеченный раздел. При помощи правой кнопки мыши выбираем пункт «Создать простой том», после чего соглашаемся на создание. Только нужно выбрать файловую систему DTFS или XFAT. На HDD-шный диск лучше однозначно подойдет первый вариант NTFS. После создания в проводнике появится новый диск. На этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А также загляните в описание под видео, там будут ссылки на статью и на другие мои видео. До встречи в следующих видео.